В январе 1971 года в компании Intel был создан первый микропроцессор Intel 4004. Так он выглядит снаружи, и так он выглядит изнутри. Микропроцессор – это главное изобретение человечества. Как на вот такой микро-микро штучке сделать такую мощь? Когда математика, то есть наука, соединяется с искусством, то возникает компьютер. Компьютер, который мы создаем, как подобие нашего. Никогда не скажешь, что помешало или помогло для гениального человека сделать гениальное открытие. Можно ли использовать эти лампы? Это моя теория. Поможет нам создать устройство, которое заменит электронные вакуумные лампы. Да. После чего результат отправлять в блок памяти. То есть через рассказ о технологии мы рассказываем просто о человеке. Но эти идеи собрал я. Я соединил их воедино, а значит, их можно считать моими. Поиск и раскрытие вот этих гениальных людей. Кто они, да? То есть сегодня это уже не Гераклы с мечами, а сегодня это люди в темных комнатах, да? То есть которые только имели голову на плечах и все. То есть они не были какими-то фантастическими богами. То есть, они перевернули наш мир, одиночки, нелюдимые, не там человек 80, один сделал что-то одно, другое что-то другое. О которых мы практически ничего не знаем. Кто вообще эти люди? Кто, в общем, наш мир перевернул. Не пройдет и 10 лет, как я высосу достаточно сока из стаи мироздания, как это не смогут сделать обычные смертные умы и уста. Я очень волновалась, я играю Аду Лавлейс, которая написала программное обеспечение в 19 веке. Это вообще, откуда она? Откуда-то из космоса. У них была просто мечта, идея. Как бы мы как раз показываем там в точке, когда они только начинали. По крайней мере, мои персонажи все молодые, до 25 точно. Люди, которые создали там те же большие корпорации, начинали очень простыми людьми. Когда люди не спали, а были заражены своей идеей. И, конечно, тема озарения тут есть, там тема соперничества, тема зависти. Сколько разных судеб поломано. Все эти трагические судьбы, как вот эти женщины Энни, которые столько труда вложили. Мы были наняты для расчета траектории падения артиллерийских снарядов. Для того, чтобы перепрограммировать компьютер на новый набор задач с помощью штекеров и переключателей, которые нужно было включить в определенной последовательности. Мы часто ползали под огромными блоками в юбках и туфлях. Столько труда, и все это кануло в лето, но достаточно недавно они все-таки получили это признание. Если тебе не нравится то, что мы делаем, я заберу свою команду, мы найдем поддержку в другом месте. Текст составлен из очень многих. Это около 40 источников. Привет, я Алла. Поскольку события на субатомном уровне не предопределены, то не предопределены и наши мысли, и действия. О чем? Вот вам как, понятно? Изучали, консультировались. Приходили математики знакомые, у кого-то программисты, IT. То есть мы 2 месяца просто погружались в этот материал. Я же сам это писал. Я в детстве немножко, в юности компьютерами увлекался чуть-чуть. Думал даже программистом стать. Я получил огромное удовольствие вообще все это делая. Так что кайфуха полная. Дорогой Марко 1, будь идеальным сегодня. Ты чудо техники, наследник машин Бэбиджа и свидетельство величия человека. Пожалуйста, не подведи нас, дорогой. Если вы хотите сделать что-то, идите и делайте. Оправдаться вы всегда успеете позже. Твою мать! Просто невозможно.